Велосипед готов, теперь он относительно чистый. Перебрали втулки, настроили тормоза, поменяли колодки, настроили переключатели. Все отлично работает, просто вот покрышечки, к сожалению, в глине, и они очень плохо отмываются. А так, все отлично работает. По общей стоимости работ получилось примерно 1500. То есть это полное техобслуживание вместе с мойкой вот такого вот велосипеда. Потому что, несмотря на то, что он был очень сильно грязный, это старенький стелс. Видите, у него верхняя проводка рубашек и тросиков. То есть ему велику уже, наверное, больше 10 лет. Но при этом качество хорошее. Втулки хоть и были в грязи все, но подшипники и конуса в хорошем состоянии. Соответственно, поменяли, настроили. Все готово. И еще он поедет не один год.